Жила-была на свете девочка по имени Алена. С самого детства больше всего на свете Алена любила читать. Только белый молодой гусь, задрав голову кверху, стремительно побежал по луже. «Подождите меня, подождите меня!» – кричал он диким гусям. «Я лечу с вами!» «Да ведь это Мартин, лучший мамин гусь!» – подумал Нильс. «Чего доброго?» Девочка сказала. «Ах, как хорошо! Жалко, что я не умею рисовать!» «Это легко!» – прошептал Том. «Я вас научу!» «Правда научите?» «А когда?» «Большую перемену вы пойдете домой обедать!» «Я могу остаться, если хотите!» «Вот это здорово!» Ромео под любым названием был бы тем верхом совершенства, какой он есть. Зовись иначе, как-нибудь, Ромео, и всю меня бери тогда взамен. Алена! Это ты, ба? Ну, сколько же можно сидеть в такой духоте, а? Ну, посмотри, какая погода. Ну, пойди погуляй, в кино сходи. Да-да, конечно. Я сейчас. Розой пахнет роза. Хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео под любым названием был бы тем верхом совершенств, какой он есть. Алена. Зовись иначе как-нибудь, Ромео, и всю меня бери тогда взамен. Алена! Алена! Что? О, это вы, Марья Петровна. Что-то случилось? Ты Ромео и Джульетту уже до дыр зачитала. Ну, хватит в облаках витать. Иди книги разнеси. Да, Марья Петровна, я сейчас все сделаю. Алена! Вы меня звали, Марья Петровна? Книги я разложила. Я слышала. Я просто... Я поняла. Марья Петровна, я хотела проситься. Мне надо на репетицию. Алена, я давно хотела с тобой серьезно поговорить. Алена, ты девушка, и тебе замуж пора. А ты целыми днями книги читаешь. Скажи мне, пожалуйста, у тебя кто-нибудь есть? Почему? А раньше? Вообще? Ну, душа моя, ну, в наше время это просто неприлично. Ну, конечно. Алена, твою проблему надо решать. Иди познакомься. Я? Месяц ходит, на тебя смотрит. На меня? Ну, не на меня же. Мария Петровна, а можно завтра? Мне на репетицию надо и... Спасибо. Кого играешь-то своей самодеятельности? Джульетту?